Только при сотрудничестве с Россией возможен долгосрочный мир в Европе. Об этом заявил канцлер Австрии, подводя итоги работы правительства за этот год. По словам Себастьяна Курца, наладить отношения между Москвой и Евросоюзом – задача, решению которой необходимо посвятить следующий год. Во внешней политике крупнейшим вызовом для нас, как для Евросоюза, станет, с одной стороны, снижение напряженности в отношениях с Россией, а также обеспечение деэскалации конфликта на Украине, потому что долгосрочно мира на нашем континенте можно добиться только вместе с Россией, а не против России. Угрозой для всей Европы Курц назвал агрессивную политику США в сфере международной торговли. Он заявил, что для Австрии эта проблема стоит особенно остро. Страна маленькая и экспортоориентированная, поэтому нуждается в честных и прозрачных правилах работы на глобальных рынках.